Всем привет! Бойцы, новая система передвижения уже установлена на боевые сервера Warface. Об этом и многом другом прямо сейчас. Рады сообщить, после тщательного тестирования и исправления всех ключевых ошибок, новая система синхронизации и передвижения была установлена на все боевые серверы Warface. Это означает, что теперь вы сможете оценить ее работу во всех игровых сессиях. Отныне позиции персонажей стали абсолютно идентичными для всех пользователей, а также уменьшились задержки при передаче данных между клиентом и сервером. Помимо этого, значительно снизилась вероятность непрохождения урона. Стали неактуальными и некоторые другие проблемы. Какие? Читайте на официальном сайте Warface. У всех любителей рейтинговых матчей прошлая неделя выдалась очень интенсивной. Но не время расслабляться. Новый тематический сезон уже начался, и продлится он до 20 ноября. Упрощенная прогрессия в запуске Абсолют сохранена. Путь высшей лиги окажется легче. Тренируйте навыки, находите союзников, разрабатывайте тактику и обязательно побеждайте. Любому солдату необходимо надежное и эффективное оружие для борьбы с врагами. В одном из ближайших обновлений появится масса новинок, которые приятно удивят игроков. Уже скоро вы сможете оценить обновление оружейной серии «Эфир», новые скины «Underground» и камуфляж для томагавка «Гербер». По случаю приближения «Черной пятницы», главного дня для любителей скидок и уникальных товаров, разработчики подготовили особую серию оружия и камуфляжа «Люкс». Новые скины обладают уникальным узором, который без сомнения вам понравится. Также в следующем обновлении изменятся характеристики некоторых моделей основного оружия. Спешите узнать уже сейчас, какими пушками следует пополнить свой арсенал. И еще одна классная новость. Скоро в Warface появятся две невероятные пушки под названием «Кобальт». Подробности под этим видео. Вы часто спрашиваете, почему в игровом магазине так мало коробок удачи за варбаксы? Спешим поделиться приятной вестью. В ближайшее время планируется увеличить их количество. Разработчики готовят новую систему, которая позволит активно пополнять магазин коробками удачи за варбаксы. А мы проводим первый этап тестирования необычной системы и недавно открыли возможность покупки новых варбаксовых коробок всем игрокам от 80 ранга. Но даже в этой ситуации столкнулись с проблемами, ведь спрос оказался очень большим. Ветеранов с 80 рангом и солидным запасом варбаксов невероятно много. Поэтому нам пришлось на время поднять ранг для этих коробок до 90. Мы продолжим следить за ситуацией и вносить изменения. Рассчитываем, что в ближайшем будущем сможем обновить ассортимент и снизить ранг для варбаксовых коробок. Специально для тех, кто давно мечтал пополнить свой склад классными пушками и снаряжением, доступна акция. Получите на 30% больше кредитов за те же деньги. Желаем приятных покупок и удачи в боях! В нашей группе ВКонтакте продолжается классный конкурс репостов. Выполните простые условия и станьте обладателем эффектного и эффективного оружия из серии Аспид. Всем удачи! И на этом выпуск завершен. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии под видео и подписывайтесь на все официальные ресурсы по игре. А также посещайте наш сайт ежедневно. Пока-пока!